14 июля – день освобождения Пинска от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в городе будет проходить ряд мероприятий. Так, в 10 часов у братской могилы мемориального комплекса «Освободителям» состоится митинг. После чего пройдет городская акция «Пинск. Молодежь помнит» с возложением цветов к могилам воинов-освободителей нашего города. В 17:30 состоится митинг у памятника партизанам. Затем на поляне партизанской славы пройдет патриотическая акция «Память нужна живым», где можно будет увидеть реконструкцию партизанского быта, послушать выступление фронтовой концертной бригады. Гостей праздника будут ждать полевая кухня, музейная экспозиция «Забвению не подлежит» о геноциде белорусского народа. Пинчан и гостей города ожидает большая программа с участием народной вокальной группы «Единство» Пинского пограничного отряда, концертного оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Михаила Агиевича и самодеятельных артистов.